В этом году пожарно-спасательный спорт России отмечает свое 85-летие. Об этой дате и об этом виде спорта мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Этим утром у нас уже расположились на диванчике Александр Владимирович Капралов, тренер юношеской команды по пожарно-спасательному спорту Ульяновской области, и Дмитрий Сергеевич Гребенщиков, собственно, спортсмен. Доброе утро. Доброе утро. Ну, раз спортсмены, с чего начинается ваше утро, как заряжаетесь энергией на целый день? Ну, это лучше спросить Дмитрия. Да? Ну, как обычно, начинается утро завтрака, потом также следуем тренировочному плану, едем на тренировку, все, разминка. Все так серьезно, да, заметил, да? Встали, тренировочный план, а кофе, музыка? Вот мы сегодня говорили о том, что музыка поднимает настроение. Нет, не включайте с утра музыку себе. Нет, мы серьезные люди в погоне. Мы заметили. По дороге. Домой, это, на работу, в машине только если. А, ну все равно, музыка не исключена. Нет. А у тренера как утро начинается? Ну, в принципе, так же. Так же серьезно. Приезжаем мы и уже начинаем не бегать, а тренировать. Ну, так посмотрели на воспитанника, кого-то поругали за неопрятный вид? Ну, засунные глаза? Ну, нет. Я детский тренер, у нас тренировки вечером. А, поэтому у них другой тренер. Ага. Все как серьезно, все закручено. Но давайте так вот вспомним из последнего, я не знаю, какие-нибудь результаты нашей команды, где в последнее время недавно что-то выиграли, чем можно гордиться, чем можно похвастаться. Ну, этим летом у нас прошло трое соревнований. Одни межрегиональные проходили в Йошкар-Оле. Там парень Никита Мамакин выиграл 100-метровку и штурмовую лестницу. Также проходил чемпионат России в этом году в Оренбурге в начале августа. Там Максим Кузнецов на штурмовой лестнице занял второе место у нас. И также с 17 по 25 августа проходил чемпионат мира в городе Бресте, Республика Беларусь. Там Никита Мамакин у нас стал 4-кратным чемпионом мира. Круто. А вообще какие дисциплины вот подразумевает пожарно-спасательный спорт? Ну, в нашем спорте 4 дисциплины. Это 100-метровая полоса с препятствиями, штурмовая лестница, потом пожарная эстафета и самый зрелищный вид, на мой взгляд, это боевое развертывание. У мужчин есть еще такой вид, как двоеборье. Это включает в себя 100-метровка и штурмовка в один день. То есть есть еще и женские, да? Да, ну, у женщин то же самое, те же самые виды. Дмитрий, какой любимый вид есть? Или тут комплекс? Или какой-то вид отдельно вот нравится больше всего? Ну, как сказал вот Александр Владимирович, ну, самый любимый вид – это штурмовая лестница. На мой взгляд, он, ну, как бы самый такой зрелищный, когда бежишь, поднимаешься в окно четвертого этажа учебной башни. А из командных видов, ну, это скорее эстафета более зрелищнее. Там и есть как бы открытое тушение открытого пламени в противне. Ну, вот так. А как вообще вы пришли в этот вид спорта? В этот спорт? Ну, у меня как бы... Я вообще раньше был не знаком с этим спортом, так как он малоизвестный, непопулизированный такой. И меня привел туда тренер, вот Александр Владимирович. Ну, как-то закрутилось, все понравилось. Интересно бегают по штурмовке с рукавами. Да. И сколько уже в этом спорте вы? 9 лет. 9 лет. Ваши какие-то личные достижения вот в этом вот виде спорта? Это было, наверное, по юношам. Выигрывал я чемпионат России как раз по штурмовой лестнице в городе Казань. Далее уже я уехал учиться в учебное заведение МЧС в городе Санкт-Петербург. Вот. И там в составе команды мы 5 лет подряд выигрывали зимний и летний чемпионат России. Подряд 5 лет. 5 лет мы были лучшими подряд. Да. Замечательно. Мы можем гордиться нашей командой. А вообще, кстати, вот правильно Дмитрий говорит, что ну, такой вид спорта не на слуху. Вот вы, как тренер, где берете молодежь? Как их увлекаете? Ну, ходим по школам, проводим лекции. У нас еще есть еще один тренер девушек. Вот мы с ним ходим по школам.
и пытаемся завлечь, привлечь юношей и девушек в данный вид спорта. Ну, как-то получается, где-то нет. Ну, вот так. А сколько сейчас ребят занимаются у вас? Ой, я сейчас так не могу сказать на данный момент, потому что мы только-только вот вышли с каникул, с детских. Ну вот до этого вообще просто хотя понять порядок цифр. Человек 30, 25-30 человек бывает. Но это все возрасты? Это девушки и юноши, да, все возраста. Со скольки лет можно отдавать ребенка? С 14 лет. С 14, то есть это надо еще подождать. Да, немножко. Не так. Раньше не берете, потому что тяжело. Ну, нет, там юридические, так сказать, вопросы, поэтому как бы не берем 14. Но если ребенок, ну, грубо говоря, вот ему в 6 лет рассказали, что есть такой вид спорта, он такой загорелся, вот вырасту, пойду в этот вид спорта. На какие дисциплины ему сделать упор, чтобы, ну, прийти не так вот с нуля, а иметь какую-то базу? Легкая атлетика. Что вот из легкой атлетики очень у нас получаются хорошие спортсмены. Чтобы он быстро бегал, да? Далеко прыгал, что там, переносил тяжесть. Есть такое выражение, что спортсмен пожарно-спасательного спорта – это легкоатлет, тяжелоатлет и гимнаст. Все вот эти вот комплексы должны... Ну, так объяснить тяжело, если вы никогда не видели этого спорта. Не видели. Ну, гимнастика, ну как... Ну, там как раз с лестницей, да, со штурмовой, наверное, вот там туда. И складываться надо, и на 100-метровке, и там... И... Так тяжело объяснить, нужно видеть. Но люди, которые занимаются этим видом спорта, это же не обязательно те, кто там в будущем пойдет, может быть, работать, служить в МЧС? Или обычно так получается, что обычно так получается, да, что вот кто к нам, у нас, вернее, кто занимается, основная масса все равно приходит потом в пожарную охрану. Поэтому своей целью как бы мы, как объяснить-то? Такой немножко профориентационный момент получается. Да, мы стараемся, чтобы те, кто у нас занимается, юноши и девушки, они потом приходили к нам в пожарную охрану. То есть получается, как бы они уже готовы, и им нужно меньше... Вот. Ну, получается, они направляют свое умение в нужное русло, уже такое профессиональное, да, деятельное. Соответственно, Дмитрий вот как раз, да, отучился же? Да, да, вот только что. В этом году пришел. Вот, и вернулся в Ульяновск, да. или нет? Да, сюда вернулся. Все, и здесь уже по профессии в МЧС. Да. И работаю, и тренируюсь, все успеваем. И все вот так вот скромно. Ага. И работаю, тренируюсь. Есть, кстати, желание уже тоже там, может быть, тренировать подрастающее поколение? Ну, когда есть возможность, если нахожусь на тренировке вот непосредственно с Александром Владимировичем, ну, вижу, что-то не получается, подойду, подскажу. Да, то есть пока на таком? Все равно, да, хоть я и занимаюсь уже 9 лет, но многого я еще и не знаю, всех каких-то нюансов. Но какие-то знания все равно есть, и поделиться своим опытом я могу. Уже что-то можете рассказать, да, в том числе. Вообще, кстати, хотел еще такой момент уточнить. Надо было, наверное, пораньше. Вот вы говорили и там региональные соревнования, всероссийские, чемпионат России, чемпионат мира. А принцип-то одинаковый? Все то же самое, все дисциплины? Виды, да. Виды все одинаковые. На всех соревнованиях, ну, все виды одинаковые. То есть нет такого, что вот отдельно надо к чему-то готовиться. Нет. Нужно готовиться ко всему. Ага. А если брать тогда по России, вообще Ульяновская область, как котируется, когда приезжает ульяновская сборная, все так начинают уже переживать? Ой, ну нет, ну есть команды, которые посильнее, но как бы по рейтингу мы достаточно высоко. Именно вот взрослая команда. Я на этот год не помню, а в том году... Мы заняли в рейтинге 11 место. Из скольких? Ну, из всех регионов. Ну, регионов всего. Всех, да? Да, да. То есть, ну, это действительно так круто. Это был самый успешный год за всю историю выступления Ульяновской области на чемпионатах России. А если взять чемпионат мира и сборную России, здесь как, тоже в лидерах или где-то, может быть, в середине? Россия? Да, Россия. Ну, Россия всегда является лидером, ну, по крайней мере, стараются всегда все выиграть. Вот Дмитрий в этом году у нас кандидат в сборную России. Так, кандидат. А что надо сделать, чтобы перейти из разряда кандидат в разряд член сборной России?
Лучше тренироваться. А, кстати, тренировки. Вот скажите, сколько раз в неделю они проходят? По сколько часов? Именно юношеские? Ну да. Юношеские тренировки проходят 4 раза в неделю, по 2 часа вечером, с 4 до 6 часов вечера. А у них 6 дней, да? 6 дней в неделю. А когда, я не знаю, а когда тогда там работать? Отдыхать. Или потом все? Все успеваем совмещать. Надо поучиться этому, я думаю. Даже спортсменов, ну, чтобы вот... Соответственно, раз, ну, будем держать кулачки, чтобы вот кандидат убрать, а вот именно был член сборной России, какие соревнования в этом году планируются, где можно будет, я не знаю, поболеть за наших? За наших вот остался только взрослый чемпионат мира в городе Самарканде. Числа, к сожалению, я не помню. 27 сентября, по-моему, вот я врать не буду. Ну, в сентябре, вот. Да, да, угу. Конец сентября, начало октября. Угу. Числа не помню. То есть вы сейчас прям усиленно-усиленно готовитесь? Мы нет. Сборная России. А на следующий год, ну, если там сборную Ленинска брать... Ой, ёлки, там... давайте этот год закроем. А ждите, как-то далеко заглядываем. Ну, я не знаю, я сразу там о планах на будущее. Пока рано. Ну, пока да. Ну, у нас еще в этом году должно быть чемпионат области, потом еще юношеские соревнования мы планируем поехать в город Казань. И еще, возможно, будет выезд в город Киров. Там тоже всероссийские соревнования хорошего уровня. Вот. Пока план такие, а дальше уже будем смотреть. Ну что ж, спасибо большое. Всяческих удач, побед. Главное, чтобы, спасибо. Ну я не знаю, чтобы прирастали количеством спортсменов, чтобы этот вид спорта хорошо набирал популярность, чтобы больше мальчишек и девчонок такие. А вот мы начнем с этого, а потом сразу пойдем в МЧС. Хорошо же? Да, отлично. Телезрителям напомним, этим утром у нас в гостях были Александр Владимирович Капралов, тренер юношеской команды по пожарно-спасательному спорту Ульяновской области, и Дмитрий Сергеевич Гребенщиков, собственно, спортсмен.